что такое? Куда? Сюда или туда? Средства массовой информации. И что дальше? А тут везде дорога, вам вообще тут нельзя вставать. Тут перекресток вставать вообще нельзя. Ну где, вот? Вот так, да? Вот так, да? Да? Чтоб машины не могли ездить. Ну давай. Куда немножко? Да? Все можно сделать. Давай вот так, чтобы никому не мешать. Ну. Оп. Как? Лейтенант полиции, сбери документы ваши. Лейтенант, вот не хочется ругаться, но когда научат, ну вас научат по 185 приказу подойти, представиться, должность, звание, где работаем, причина остановки и все остальное, пункт правил нарушил. Ну что я что должен? Ну что вы нарушил? Что я нарушил? Это я должен вам говорить? Я вам говорю, что... Да тогда вы раньше говорите. Что раньше? Вы нормально остановиться не можете. Давай начнем не с того, где я остановился, а как ты ко мне подошел и представился. Я с вами на вы разговариваю. А мне без разницы. Кто ты такой, чтобы мне с тобой разговаривать, на ты? Мне тоже с вами. Все, давай, я 02 звоню. Так, 2-2-3-23-18. Остановка. Гражданин. Остановка, значит, сейчас я сделаю сообщение, Вадим. Ну что? Виллиское удостоверение, страховка, техпаспорт. Блять, опять техпаспорт, а? Свидетельство регистрации, а не техпаспорт. Так сколько вас учить-то, блядь, можно? Что учить-то, вы так не выражаетесь? Да мне по барабану, мне что по барабану. Барабану. Что еще хочешь-то, говори. Я вам сказал, чего ты хочешь? Да все уже, я тебя записал 33 раза. И сейчас поеду и запишу заявление, как ты подошел, представился, да, блядь. Техпаспорт, да ужас какой! Ты лейтенант целый, блядь! А не какой-то сержант говнявый! Ты должен вот и до прийти, представиться, я все сказать! Что еще надо? Все. А ты в курсе, что нельзя здесь документы проверять вам? Ну что, пост что ли? Что нельзя? Пост что ли сегодня? Стоит, и что мне два наряда? Хоть а 22! Где да хоть 22! Вы ехали с нарушением! Ты зафиксировал? Я протоколом не согласен. Визуально это не считается. Мы в прокуратуре. В прокуратуре как это будет? Мне без разницы, пишет, не заходи, пиши. Что вот это пишешь? Мне насрать. Просто меня это бесит, когда ты подходишь, не подходишь и говоришь, можно ли это, маску за ляжку? Можно маску за ляжку, а не документы мои. Я вам больше того не говорю. Да блядь, я вот мне свидетель сидит. И вот у меня пишется. Как ты подошел и как ты мне сказал. Может второй попробовать подойти сказать? Что второй? А зачем на рабочем месте серебряным браслетом ходит? Это что такое? Нифига себе в часовом бардак какой, а? Документы ваши, мужчина. Какие? Водительское удостоверение. Так, дальше. Регистрация, так. Страховочка. Молодец. С третьего раза... Вован, блядь! Ты что их не учишь, нахуй? Ты что за хуйня, блядь? Дай ты техпаспорт мне, можно маску за ляжку, блядь, сколько раз говорить? Что за херня, блядь? Почему с браслетом серебряным, блядь, стоит на рабочем месте? А? Да бесит, блядь, потому что нормально не мог подойти. Такой-то, блядь. То-то. Да что за хуйня, блядь? Папа, реально, да, мне похуй нету, блядь. Учи их, учи. Или я их, блядь, учить буду всех. Долбоебов, блядь, этих. Да мне по барабану. Да ты представься сначала. Я представился. Вова! Он взял документы, в чем опять? Ну что это такое, а? Достаньте, пожалуйста. Вот, все, я поехал, пока. Достаньте, пожалуйста, блядь. Пиздец. Вован, можно я на день выйду, блядь? А? Ебаный в рот, блядь.